В Библии есть закон, что если находят тело убитого еврея, и неизвестно, кто его убил, тогда старейшины ближайшего города приходят на это место и провозглашают: «Наши руки не проливали эту кровь». Раввины в Талмуде задают вопрос: «Разве кто-то подозревает старейшин, что это они пролили кровь?» И раввины отвечают: смысл в том, что старейшины сделали все возможное, чтобы не допустить это убийство. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить его безопасность. Может ли сегодня правительство Израиля сказать перед Богом и человеком: «Мы не участвовали в пролитии этой еврейской крови»? В убийстве всех и каждого еврея в Израиле убийц двое. Один араб, который выполнил убийство, а другой еврей. Либеральный еврей, моральный еврей, этичный еврей, который говорит, что выдворение арабов — это ужасно, это неправильно. И таким образом он позволил убийце остаться в стране и потому разделил с ним вину за пролитие крови.